Друзья, всем привет! С вами Александр Квасов, команда Norfin SPB. Сегодня мы решили снять небольшой видеообзор, посвященный вот такой жилетке от компании Novatex. Вот, жилетка называется Varan. Она выпускается в двух расцветках на данный момент. Это терракот, то есть вот такая оранжевая с коричневыми вставками. И жилетка есть еще светлый хаки. Отличие между ними одно есть принципиально. То есть эта жилетка сделана полностью из такой плотной ткани нейлон. Ну, она ткань реально плотная. Вот. А светлая жилетка в хаке, она сделана в ткани таслан, то есть она полегче. Жилетки выполнены из мембранной ткани. Характеристики мембраны: 5000 водонепроницаемость, 5000 паропроницаемость. Легкие, удобные. Спереди идет центральная молния. Вот. Жилетка оснащена 6 карманами, 4 из них внешние, вот, на молнии, то есть снизу большой такой карман, объемный, вот, руки туда уходят целиком, вот, и есть такой же карман сверху еще, он, соответственно, поменьше немножко. Ну, что хочется сказать о карманах. Карманы, в принципе, удобные, объемные, особенно нижние, вот, единственное, что я бы сделал их немножко пониже, потому что когда руки опускаете в карманы, они как бы висят вот на молнии. Вот. Но с другой стороны, может быть, это и удобно в чем-то. Так, далее по карманам. Брюки превращаются. Внутренние карманы. Значит, здесь у нас есть карман такой сеточка, сетчатый. Можно хранить какие-то вещи, там для просушки что-то положить, перчатки, шапку. Телефон забросить или еще что-то. Вот. А с другой стороны есть карман тоже на молнии. Вот. Достаточно объемный. Карман теплый, соответственно, можно телефон туда запулить. Будет нормально. Вот. По поводу утеплителя в жилетке. Значит, в этой жилетке утеплитель флис. Вот. Ну, внутренняя часть сделана из флиса, а внутри что-то типа синтепона. Ну, как правило, компания Novatex использует свой Thermotex утеплитель. Вот. Дальше по жилетке. Жилетка также оснащена капюшоном. Капюшон у нее очень объемный. Опа, вот такой капюшон. Капюшон отстегивается при необходимости. Здесь сзади есть молния. Можно его отстегнуть. Спереди капюшон регулируется с помощью двух утяжек, резиновый шнурок и утяжки. Соответственно, можно подтянуть. Вот. И так плотненько все это дело закрывается. Вот. Ну, капюшон такой огромный получился. Еще из плюсов высокий ворот хочется отметить. То есть ворот закрывается высоко, то есть нигде не задует. Нормально. По нижней части еще один момент есть интересно сделанный. В нижней части резинка, которая прижимается здесь, она вот как бы ткань идет, потом заворачивается, и здесь прошита резинка. То есть вот таким образом реализовано. Ну, в принципе, достаточно удобно. Утяжки по низу не предусмотрены. Вместо нее резинка. Резюмируем. Жилетка мне лично очень понравилась. Функциональная, не промокает, дышит. Ну, в целом, рекомендую.